первый проект, который все шли, и это было минимальное, в принципе, общение, не так, как сейчас. Сейчас каждого участника я буду вызывать и взаимодействовать. Моя задача – показать человеку со стороны, как он звучит, чтобы человек сам увидел, это была правда или это была игра в правду. Это один момент. Моя проводниковость в этом и заключается. Второй момент. Для того, чтобы это увидеть, должно быть моделирование. Соответственно, это еще только впереди. Чтобы подойти к моделированию и проговариванию, нужно очень хорошо уловить. Ментальное поле человеку навязывает то, что мысли материальные, мысли управляют. Сколько людей думают о мире? Мира не случилось. Или о счастье, о всеобщем. Не случилось. Значит, мысли ничего не делают. Мысли имеют определенную энергосмысловую нагрузку, но они как рябь на воде, как волны. Ментал, он не заходит сразу в голову. Мысли, да, но перед мыслями есть предтеча, есть он. Замечали ли вы, когда, например, вы утром просыпаетесь, еще ничего не произошло, вы еще ничего не успели подумать, а вот настроение плохое. Я хочу, чтобы вы просто реанимировали в себе это состояние, то есть смоделировали. Бывает такое, что вот настроения нет, и у вас ум судорожно начинает перебирать темы, что могло бы послужить, почему такое настроение. Вы же чувствуете, что есть он, а мысли еще нет. Это вот подсказка, что ментал всегда заходит через ощущения. А уже голова это обрабатывает. И потому, когда человек имеет дело с мыслями, это уже поздно. Это уже свершившийся факт. Это то, что выхлопнулось. И, соответственно, чтобы нам найти причину, мы идем назад. О чем вообще вот этот уровень практа? То, что, в принципе, не затрагивалось на предыдущем уровне. Это именно о предтече. Мы будем двигаться в сторону того, что предшествует тому, когда появляется мысль. Потому что мысль – это следствие. Понимаю, что есть поиск зов, много размышлений, много чего наработано. К сожалению, уже не получится у нас быть в состоянии такого детокса. Когда с человеком индивидуально, я рекомендую в это время ни с кем не общаться на эту тему, не советоваться, не пытаться кому-то раскрывать глаза, не пытаться выливать, что сам открыл или открыла, да, и, соответственно, не читать какую-либо другую литературу. Не потому, что я за что-то переживаю в плане пути без пути. Здесь нет идеологии, здесь нет того, что кто-то кого-то на что-то программирует, ни в коем случае. Наоборот, должна быть чистота восприятия чистой, насколько это возможно. Давайте все-таки больше подойдем к считыванию. Я понимаю, что ты был на консультации, ты многое знаешь, ты немножко впереди. Но я точно знаю, когда человек знает. Я точно знаю, когда он считывает. Это слышно, это по вибрации. И вы будете знать точно так же. Для того, чтобы хорошо считывать вещи какие-то, да, считывать потоки, считывать энергоинформационные алгоритмы, важно, чтобы эти рецепторы тоже были хорошо осязаемы собой. Сразу всех предупреждаю, что на момент, когда будут считывания, чтобы была возможность сидеть прямо. Итак, давайте я спрошу вам ваше состояние. Сначала мысли все-таки пытались прорваться, пыталась быть оценка умом, но я не реагировал на нее. То есть были как бы качели с одной стороны в другую. И когда вот последнее, стало все четко, ясно, туман как бы из глаз ушел. Какое это состояние? Красочное, нейтральное, теплое, холодное, не имеет оттенков? Вот это вот последнее состояние, оно не имеет никаких оттенков. Оно просто чистое, ясное, прозрачное. Состояние ясности, никаких цветов, такое прозрачное, нейтральное, легкое. Сначала вверх поднималась, потом вниз как-то, вот оно перетекало. Ну, как бы вот как ось, можно часть оси, да? А потом под конец легкое, такое какое-то, ну да, вот эта легкость какая-то появилась, как будто невесомость, вот так даже можно назвать. Я бы оценил свое состояние как состояние нейтральное. Ну, можно, наверное, выразить словом присутствие, то есть я почувствовал, что я существую. Мы сейчас будем вот в этом практике создавать характеристику, базу ощущений, то есть ощущенческий алфавит. Потому что человек, он знает все, что касается мира форм, но он не знает ощущенческого уровня, он его не распознает. То есть существует так называемая как бы сущностная или ощущенческая грамота. И вот смотрите, нейтральное состояние, оно всегда одно. У него не будет несколько показателей, оно одно, оно несомое, ровное, нейтральное.
потому что нам потом будет надо проговаривать, именно как проговаривать уже, чтобы себе помочь. Нам надо различить импульсы, где нейтральное состояние, где есть я без вот этого вовлечения, и когда начинается привычное мое состояние. У меня вообще был такой страх и волнение, потому что казалось, что вторая часть — это будет что-то выше моих сил. А сейчас я смотрю, что очень много практичного, и я могу это как бы под присмотром проживать. И в частности, для меня было важно, что тот какой-то навык, когда проговариваешь, он, оказывается, был очень важен. Что-то стоит, то, что излучает. Через голос это проходит. И с голосом мы будем взаимодействовать все больше и больше. Вам нужно вот эти все рецепторы сущностные активировать, что вы понимаете, что внутри вас с вами же и говорит. Заметьте, я сейчас говорю вещь, которую я не говорила до этого. Где он, где личность, а где сущностная? Видите, появляется три аспекта. И я потом остановлюсь, кто же такой он. Я поняла, что на это-то тоже надо смотреть со стороны, учитывая все три аспекта, то есть внешнее кольцо, внутреннее и точка сборки. И человек начинает различать грани, а что же такое механизм ментала? Моя задача сейчас не столько дать вам ответы, сколько подвести к механизмам, чтобы вы сами могли различить.